история о маленьком бродяге, который встречает красивую слепую девушку и решает заработать деньги, чтобы помочь вернуть ей зрение. «Огни большого города» когда-то снял Чарли Чаплин. Спустя 80 лет история ожила на льду. На высоте вокалисты, солисты известных мюзиклов. Под облаками фигуристы, олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. В одной из сцен семилетняя фигуристка из Самары. Кристина Чебизова очаровала публику. Зал буквально взорвался от оваций. Когда-то мама Кристины танцевала на льду с Максимом Шабалиным, но бросила. Мечту решила воплотить в дочери. До 15 лет я каталась вместе здесь. То есть мне было, я ушла когда. До кандидата в мастер спорта каталась. А дальше уже, ну, как-то разруха пошла в мире. Платьев не было, скучно стало. Вот поэтому ушла. Разочаровалась немножко. Теперь пытаетесь воплотить? Да, да. Теперь я хочу их научить немножко. Надо было маленькую девочку хорошую, и чтобы она прокатала все хорошо. Меня выбрали. Как потом рассказал Алексей Ягудин, шанс засветиться на звездном льду есть у каждой юной фигуристки. Кандидатов на роль девочки в розовой пижаме отбирают в каждом гастрольном городе. Это хороший пример для начинающего поколения, потому что они видят красочное действие, они видят, что помимо тех сложных тренировок можно вот прийти вот к этому. Здесь же нашли и коньки для Татьяны Навки. С обувью у фигуристов частенько случаются курьезы. У Навки не прилетели коньки, она вообще в чужих коньках выступала. Но это лишний раз говорит о том, что... Ну, у меня тоже такое было. В этих же огнях, когда мы выступали в Питере, не пришли коньки. А что делать, надо все равно выходить. И здесь не стоял вопрос, выходить или нет. Здесь просто у кого коньки взять. Слава богу, есть балет, взяли у одной девочки коньки. После шоу фигуристы щедро раздавали автографы. Желающих встать на коньки стало больше, когда фигурное катание вышло за рамки профессионального спорта. В одной только Самаре в этом году было организовано больше сотни ледовых площадок. Всю зиму горожане учились не только твердо стоять, но и красиво ходить по льду. Айгуль Зыганшина, Стас Левин. События.